Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов JT Scalper. Эта стратегия является трендовой и включает в себя осцилляторы, сигналы и информационную панель. Инфопанель указывает на наличие тренда, а сигналы для торговли формируются благодаря подвальным индикаторам. Также в стратегии присутствуют три шаблона для разных типов торговли. Стратегия JT Scalper является платной и продается на сайте автора за $29. Но с нашего сайта для ознакомления вы можете скачать ее бесплатно. Ссылка на статью со стратегией будет в описании под этим видео. Индикаторы стратегии JT Scalper устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. При использовании этой стратегии используется любой таймфрейм с экспирацией 3 свечи. Индикаторов стратегии JT Scalper целых 9, но состоит она из 5 основных. Сигнальный – стрелочки, информационный – 2 панели, 2 осциллятора. Некоторые из индикаторов разделяются на типы и используются в своем шаблоне, но по сути они одинаковы. Отличие в них идет только в настройках. Сигнальный индикатор представляет собой стрелочки, которые указывают время, когда нужно покупать опционы call или put. Из настроек поменять можно только алерты. Этот индикатор очень тесно коррелирует с двумя подвальными индикаторами, из-за чего можно предположить, что в нем могут присутствовать алгоритмы от Stochastic осциллятора. Первая информационная панель состоит из общей информации. Название торгового актива, таймфрейм, цена, спред, время до закрытия текущей свечи, АТР за 100 дней, диапазон в пунктах от минимума до максимума дня. В настройках можно поменять количество дней для АТР или переместить панель. Вторая панель представляет основную ценность, которая показывает, какой сейчас на рынке тренд. Информация о тренде разделяется по цветам. Синий цвет – восходящий тренд, белый цвет – нисходящий тренд, черный цвет – флэт. В настройках вы можете поменять положение и размер панели, скорректировать торговые активы, которые она будет в себя включать, изменить размер шрифта и расположить все индикаторы самым удобным для вас образом. В подвале стратегии JT Scalper имеются два осциллятора, один из которых не просто основан на стохастике, а им и является, только с измененной визуальной частью. О том, что это стохастик, говорят его настройки. Второй осциллятор не имеет никаких настроек, поэтому не ясно, на чем он основан, но он довольно хорошо коррелирует со стрелочками и вторым осциллятором. Помимо индикаторов, стратегия содержит три разных шаблона для трех типов торговли. И это шаблоны Fast, Normal, Swing. Отличаются эти шаблоны только сигнальным индикатором, который не имеет настроек. Какой из них использовать, зависит от вашего подхода в трейдинге. Fast подойдет для скальпинга и для турбо-опционов. Другие два режима подходят для более консервативной торговли. Правила торговли по стратегии для бинарных опционов JT Scalper. Стратегия JT Scalper является трендовой, но несмотря на наличие панели, которая указывает, какой сейчас тренд, стоит изучить эту тему более подробно и узнать, что такое тренд, фаза тренда, бычий и медвежий тренды, флэт. Это позволит вам намного лучше разбираться в торговле бинарными опционами. Ссылки на статьи по рекомендованным темам ищите в описании под этим видео. В правилах торговли по стратегии для JT Scalper необходимо совпадение нескольких факторов. И для опционов call нужно, чтобы на панели цвет используемого торгового актива был синий. Появилась синяя стрелочка, направленная вверх. Подвальные индикаторы были синего цвета. Для опционов put нужно, чтобы на панели цвет используемого торгового актива был белый. Появилась белая стрелочка, направленная вниз. Подвальные индикаторы были белого цвета. Экспирации по данной стратегии рекомендуется использовать равной 3 свечам. Таймфрейм может быть любой. Обратите внимание, что если на трендовой панели актив черного цвета, то даже при наличии 2 сигналов торговать не стоит. Также внимательно обращайте внимание на подвальные индикаторы, так как иногда может быть подобная ситуация. Сейчас на реальном примере мы попробуем поторговать, используя индикатор JT Scalper. Используем таймфрейм 1 минута с экспирацией 3 свечи.
Заключение. Платная стратегия JT Scalper имеет простые правила для торговли, но чтобы понять, насколько она эффективна, ее необходимо будет протестировать на демо-счету. Никогда не начинайте торговлю на реальном счету с непроверенными стратегиями или индикаторами, потому что это может повлечь за собой потерю депозита. И главное помнить, что торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылка на статью с рейтингом брокеров в описании под этим видео. Спасибо за внимание, успешной вам торговли!